Настольный теннис существовал в спортивно-техническом клубе «Старт» с момента основания клуба с 1994 года. И этот один из лучших спортивно-технических центров нашей страны, кстати, с 2008 года находящийся в дружной семье первичной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод Белхимпрофсоюза», гордится своей секцией настольного тенниса. Секция настольного тенниса в спортивно-техническом клубе «Старт» – это практически основная спортивная секция, где занимается порядка 100 детей, и мальчики, и девочки совершенно разного возраста. Ребята ежедневно тренируются и по возможности в сегодняшней ситуации выезжают на соревнования, показывают свою спортивную подготовку. Тренирует воспитанников секции настольного тенниса внимательный, увлеченный своим делом педагог Валентин Юрьевич Мороз. Настольным теннисом у нас занимается достаточно большое количество детей, поэтому у нас есть как и результат, так и массово дети для себя, для здоровья занимаются этим видом спорта, так как настольный теннис развивает в себе не только физические качества, такие как ловкость, гибкость, быстрота, и также и мышление. Стоит отметить, что дети уже в юном возрасте демонстрируют приличный уровень игры. Да и вообще настольный теннис для школьника – один из самых лучших видов спорта, ведь он развивает ребенка всесторонне, позволяя приобретать качества, помогающие мальчишке или девчонке в обычной, скажем так, жизни. Я всегда мечтала заниматься настольным теннисом. Мне нравится это. Меня всегда захватывает дух, когда мы едем на какие-то соревнования. И турниры очень интересные. Рядом с девушками занимаются и юноши, которые тоже увлечены этой всесторонней спортивной дисциплиной. Довольно демократичная, кстати, позволяющая состязаться мальчишкам и девчонкам вместе. Ну и еще раз об эффекте настольного тенниса, который позволяет воспитанникам спортивно-технического клуба «Старт» развиваться. Всесторонне, абсолютно, потому что это как движение, то есть обычный спорт, также и тактика, то есть умственное действие. Что до результатов на соревнованиях республиканского класса, то стоит назвать имена Виталины Лисицкой, Дарьи Парфентьевой, Марии Карабани, Дарьи Ходи, Константина Ягура, Антона Кадача, Михаила Широкова, Павла Коротища, Владислава Хомякова и Яну Шишулка. Мы участвовали в областных и республиканских соревнованиях «Беломолнии». В 2018 году мы на республике заняли первое место, в 2019 мы заняли второе. Это была командная игра с девочками. У меня раньше была мечта, возможно, уйти в школу Олимпийского резерва, но сейчас я уже передумала. Но все равно мне нравится этим спортом заниматься, и я продолжаю заниматься дальше. Руководство клуба во главе с его директором Еленой Ивановной Михаленко всячески способствует развитию, процветанию настольного тенниса в спортивно-техническом клубе «Старт», гордости и уже неотъемлемой части открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».